Всех приветствую. Очень хорошо, что мой доклад попал на время после брейка. Все отдохнули немножко, взбодрились. Меня зовут Ольга Шуберт. Я занимаюсь производством игр уже 10 лет. И последнее время я очень-очень активно специализируюсь на UX-проектировании. И сегодня наша встреча будет этому посвящена. Вот такие 9 пунктов мы сегодня затронем, пройдемся немножко по верхам. Буду рада в конце вашим вопросам. Вообще, что такое хорошая мобильная игра? В чем кроется ее суть? В чем секрет? Первое, о чем нужно задуматься, когда вы делаете конкретно мобильный продукт, это о том, что мобильный ваш продукт никогда не может быть там, основан на вашем опыте, который вы получили, проектируя браузерные или клиентские игры. Весь ваш старый опыт здесь больше нерелевантен, бесполезен, забудьте его, перечеркните и начинайте изучать законы мира заново. Это знаменитый скриншот из игры World of Warcraft. Про него очень много ходило там шуток, что MMORPG — это несложно. Так вот, вот это как раз яркий такой пример того, что раньше было и чего больше мы не можем допустить. А именно, смотрите, ключевой закон мобильного интерфейса — проще — значит лучше. По большому счету, что такое интерфейс? Это то, что помогает взаимодействовать пользователю и продукту. То есть это просто инструмент для общения. Для того, чтобы этот инструмент работал, ему не нужно быть отдельной какой-то артовой единицей, и единственная его задача — решать проблему пользователя. Вот один из примеров — это игра Jungle Heat. Вот просто окно какое-то рандомное, мы взяли окно, и смотрим, что, в общем, ключевая информация нам здесь дана, ключевые там функции, которые перед нами поставлены, там ключевые задачи какие-то решены. При этом оно абсолютно простое, но при этом даже имеет некую там свою эстетичность. В общем-то, ну, это то, чему надо следовать каждый раз, когда вы задумываетесь о том, какой, в принципе, визуал, какие законы должны быть, там, какой гайдлайн должен быть спроектирован в вашем продукте. Смотрите, очень часто разработчики говорят, мне в данном окне, там, вот, при решении конкретной задачи, нужно делать там, вот это, вот это, вот это, они проектируют какой-то сценарий. В рамках этого сценария он понимает, какие задачи будут решены, что для решения этих задач будет нужно, что приоритетно. Ну и чаще всего ошибочно приходит к выводу, что все одновременно нужно видеть перед глазами, и это результат неверного разбитие задачи на подзадачи и неверного расставления приоритетов между этими подзадачами. Это скриншот из игры Heroes Charge, и здесь разработчики попытались одновременно выдать игроку информацию о том, каких героев можно там, в данный момент прокачивать, какие вещи героев мы можем прокачивать сейчас и там, какими ресурсами мы можем с помощью каких ресурсов мы можем производить эту задачу. Здесь все одновременно. Во-первых, это не очень эстетично. Очень перегружено, очень сложно для восприятия. Во-вторых, ключевой задаче выделено минорное какое-то пространство, то есть самое главное — это прокачка вещей. Вот этот вот горизонтальный список — это вертикальный скролл на самом деле. И вот это инструмент, которым мы будем решать главную задачу вот этого окна. Ну и в-третьих, работать с этим просто неудобно, то есть здесь юзабилити пострадала совершенно конкретно. А вот аналогичное окно из игры Juggernaut Wars, где произошел выбор героев. То есть у нас есть какие-то герои, мы среди них там выбираем какого-то одного.
выбрали, мы пришли в это окно и на основе информации, которая здесь есть, сделали вывод, готовы ли мы сейчас заниматься прокачкой конкретно данного героя. Выбрав конкретную вещь, мы прямо здесь, никуда не уходя, можем заняться ее прокачкой. То есть мы прямо здесь, тапая на вещь, проваливаемся в последующее окно, где абсолютно все данные, с которыми мы взаимодействуем, посвящены именно этой конкретной одной задаче. В данном случае справа мы, в правой части окна мы выбираем ресурсы для прокачки, в левой части мы видим прогресс прокачки исходной вещи, которую мы качали, ну и главные кнопки зачаровать или зачаровать до максимума. Этот сценарий выглядит намного проще, и эта задача не кажется ну, такой рутинной, и, в общем-то, правда, с этим работать намного удобнее. Вот еще отличный прием. Прошу прощения, у меня все хорошо. Отличный прием, который используют разработчики для фокусировки внимания игрока на конкретной задаче, это скриншот из игры Boom Beach, где мы совершаем какие-то покупки в магазине, при этом мы продолжаем видеть собственную базу, мы вроде как никуда там не ушли, мы никакой лишний шаг сейчас не совершили, мы остаемся на своей базе, но при этом мы видим магазин и можем совершать свой выбор, видя также дополнительно нужную для этого информацию. Это список ресурсов в углу окна, ну и уровень, по которому может быть ограничение на покупку конкретного товара. То есть задача решается, но при этом не требует никаких дополнительных напряжений от пользователя. Когда вы проработали свой сценарий, когда вы определились с информационной архитектурой, которая, в общем-то, пронизывает всю вашу задачу, вы должны заняться приоритетами в рамках одного конкретного окна. Проектируя окно, вам нужно для себя ответить на очень простые вопросы, в общем-то, какую задачу главную мы здесь решаем, какие вторичные функции здесь должны быть, что более приоритетно, что менее приоритетно. Возможно, откуда мы сюда пришли, потому что одна и та же информация нам может быть нужна периодически там, на протяжении игры в разных там, местах. Ну и также, куда мы отсюда пойдем дальше и что мы увидим там. То есть логика окна ну, примерно понятна. Дальше. Нужно понимать, что любая информация, которую вы пытаетесь подать, она будет пользователям в уме сгруппирована на какие-то блоки, ну, объединенные какой-то единой логикой. Например, вот здесь есть уровень. Уровень объединен единым блоком с кнопочкой «плюс». Очевидно, что это связанные друг с другом логические элементы. Или, например, вещи, которые мы собираем для конкретного героя. Ясно, что кнопка усиления с этим сбором как-то связана. Даже если пользователь с игрой еще не знаком, если этот процесс для него еще там, новый, он все равно ну, интуитивно понимает, что это про одно. Причем, обратите внимание, сейчас кнопки усиления и эволюция, они минорные, но когда у вас там собраны будут, например, все вещи, кнопка усиления загорится оранжевым цветом, она станет call to action, то есть вот все, это задача must have. В данном случае мы облегчаем пользователю задачу сбора вещей и делаем ее ну, максимально простой, потому что это просто шаг, который вот надо пройти для решения стратегических задач, ему не нужно уделять чрезмерно много времени. Ну и, соответственно, прогресс-бар внизу, он связан непосредственно с кнопкой эволюции, и аналогично, когда он заполняется до конца, кнопка эволюции загорается, и игроку не нужно задумываться ни о чем, он просто видит горящую кнопку, для него это знак, что здесь у тебя задача выполнена, ты собрал нужное количество ресурсов и можешь свое действие совершить. Все просто, элементарно. Если эту работу не провести на этапе проектирования, получится, что пользователь будет заниматься этим в уме каждый раз. Иногда я слышу от разработчиков, что вот есть такой же лайфхак, есть возможность все непонятные функции, которые они там нагородили, пояснить текстом. Злоупотребляют этим страшно.
Но делать так нельзя, потому что вообще игрок пришел в вашу игру за совсем другим. Читать текст он не любит, не хочет, если только сюжетная линия не является там вашим корневым геймплеем, там каким-то основным методом привлечения пользователя. То есть текст ему не нужен. И более того, я вам скажу, даже если это по-вашему страшно важный текст, пользователь его все равно читать не будет. Текст — это вторичный инструмент подачи информации в играх. В данном случае вообще, текст бывает нужен, когда, смотрите, есть город, у города каждое здание ведет какой-то игровой функции, к какому-то отдельному там игровому блоку. Здания — это такие абстрактные какие-то штуки. Вот у вас там сейчас я не знаю, к пещере, может быть, что такое пещера, тоже, это ваше, там, вы накреативили какую-то штуку в игре, она, по вашему мнению, должна выглядеть так. Когда игрок пришел, ему, например, это не совсем понятно, и каждое ваше здание, там тоже придуманное, отвечает за какой-то кусок игры, и тоже как-то там, если вы не назовете его конкретным названием, да, его будет сложно запомнить, игрок будет в вашем городе плохо в итоге ориентироваться, постоянно будет путать здания, просто отвечающие за конкретные игровые функции. До тех пор, пока вы не приучите его, то есть пока он просто не запомнит их вот тупо. Поэтому в данном случае какие-то элементарные, да, еще пометки текстовые, они иногда спасают. Но если вы сделали что-то непонятное и пытаетесь внизу написать какие-то правила, будьте готовы к тому, что это не сработает. Даже туториал, в общем, который он важный, без него играть не получится. Туториал люди прокликивают, и в процессе туториала, если возникают какие-то сюжетные диалоги, то прокликивают, не читая, но обращают внимание на то, что они есть. Внимание. Мы тестировали не так давно тутор в нашей игре, и сравнивали нашу игру с другими похожими. И пользователи отмечали, что очень круто, что в нашей игре есть сюжет. То есть они его протапывали и говорили, что классно, эта игра богата, в ней все есть, даже сюжет. А на вопрос, о чем сюжет, не ответил ни один. Ну, то есть клево, что есть, но читать не. Как-то это не то. То есть текст — это такая сопроводиловка, это вспоминание. Вспомогательный инструмент. Вообще, в восприятии человека первичной информацией являются формы и простые цвета: красный, синий, желтый, зеленый. Поэтому основные ваши контровые, основные какие-то там элементы меню, там какие-то главные там штуки в игре, которые вы хотите показать, и человек должен их запомнить, ассоциировать с ними какие-то игровые функции, они должны быть очень хорошо запоминаемыми. Раз. Во-вторых, хорошо отличимыми друг от друга, чтобы человек их не путал. То есть это, вот коричневый рюкзак, там, да, какой-то белый свиток, там, оранжевая шестеренка. Во-первых, эти объекты наделены, то есть они сделаны по принципу скеломорфизма, да, они наделены свойствами из реального мира. Человек понимает, что, шестеренки — это, наверное, что-то про настройки, и для него это, как-то уже вот сложившийся паттерн. Если вы придумаете там какой-то рандомный объект вместо настроек, который вот вы сами накреативили, каждый раз, глядя на него, пользователь будет задумываться: а что же это такое, а за что же он отвечает? Ну, вот точно это будет прям напрягать. Вообще любые важные функции в вашем интерфейсе должны быть наделены картинками. То есть даже если вы можете вот там авторизацию, да, казалось бы, авторизуйтесь в Facebook и кнопка авторизация, это пройдет мимо вашего пользователя, это не задержится у него в голове, он даже не обратит на это внимания, если вы не снабдите это большой вкусной картинкой. Вот отрицательный пример подачу информации. В данном случае в игре Star Wars все элементы окна выполнены там в синем-голубом цвете. И ведь когда у вас и иконки вещей синие, и иконки характеристик синие, и текст синий, и все синее, вам очень сложно глазами зацепиться за какой-то конкретный объект. Вот вы помните, что там
в углу какая-то оранжевая звезда отвечает за какую-то функцию. Вы зацепились вот в тот угол, у вас сработала геометрическая память, у вас сработало восприятие цвета, вы увидели там звезду и пошли там делать свою задачу. В данном случае зацепиться абсолютно нечего, не за что. Вы видите единое синее полотно, с которым, ну, правда, достаточно сложно работать. Его и сложно группировать задачу на подзадачи, и сложно как-то отделять объекты друг от друга. То есть вот этот пример, как делать не очень хорошо, пожалуй. Вы можете использовать очень много методов для привлечения внимания человека, ну, к какому-то конкретному элементу или к какой-то задаче. Но очень важно понимать, что все должно быть своевременно. Вот в данном случае в окне мы видим кнопку «Вбой», мы видим там кнопку «Открыть» и «Открыть еще». И понимаем, что это первостепенные задачи. Вот мы сюда пришли, первым делом их заметили, они там, во-первых, они светятся, во-вторых, они там еще могут быть как-то анимированы. Мы понимаем, что это наши первостепенные задачи, must have, вот прямо в данный конкретный момент времени. Иногда получается не очень, когда пользователи пытаются одновременно несколько задач продать, простите, разработчики пытаются одновременно несколько задач продать пользователю, то есть несколько важных кнопок горит одновременно. При этом очень часто случается, что это задачи друг от друга зависимы, и делать их нужно в определенной последовательности. Но все они сейчас вроде как доступны, и поэтому кнопки горят все. Игроку приходится между ними выбирать и вспоминать, какую задачу он должен решать в первую очередь. Так делать не нужно. Вообще готовые решения есть и в топовых продуктах, и в общем на платформах. Когда вы начинаете набирать текст, наверняка все в телефоне замечали, что вы там в окне поиска там набираете текст, и вот тогда у вас загорается кнопка, которая позволяет этот текст удалить. А до этого времени она у вас не активна. Здесь примерно та же история. Если эта задача требует еще каких-то там вложений, то есть там есть какие-то ограничения, вы еще чего-то не сделали, чтобы это выполнить, вот тогда эта кнопка гореть не должна. То есть ваша задача вести пользователя за руку от функции к функции для того, чтобы в результате он там достиг результата. Чтобы он достиг цели своей, чтобы у него получилось то, зачем он сюда пришел. Помимо прочего, нужно избегать в окнах перегруженности. Смотрите, вообще, ну, все привыкли же, что мобильный экран маленький, впихнуть туда нужно сразу много. Ну и, в принципе, заведомо как-то соглашаются с тем, что в маленьком экране все маленькое, это норма, там тыкать неудобно, ну так это же мобилочка. Нет. Раньше такое канал, а сейчас это непростительно. Старайтесь, то есть вот смотрите, справа иконки, там в рюкзаке иконки вещей. Их можно было бы сделать намного меньше, и тогда бы в это окно их поместилось намного больше. С одной стороны, вы вроде как охватываете больше информации, вы видите, что в рюкзаке лежит и это, и это, и это, и это. Перед вами полотно. С другой стороны, если задуматься, в каждый конкретный предмет абсолютно некомфортно тапать. То есть если вы проектируете это все, ну понятно, что дизайнер дизайнит на большом мониторе, он не понимает до конца боль игрока, поэтому любое спроектированное окно вам нужно открыть на телефоне предварительно и попытаться вот просто в статичное окно просто потапать пальцами и понять вообще попадаете вы туда или нет. То есть важны и размеры этих картинок, и расстояние между этими картинками, соответственно. Вот об этих вещах нельзя забывать. То есть впихивать как можно больше порочно, не надо. Обратите внимание также на то, что иконки предметов расположены справа. Вот сейчас хочу прям обратить на это ваше внимание, потому что очень часто даже топовые разработчики про это забывают. Они располагают основные элементы, с которыми нам нужно взаимодействовать, в левой части экрана. Но основные пользователи, то есть чаще всего пользователь, он праворукий. Поэтому получается, что вот давайте сейчас предположим, что у нас вкладки меню были бы слева, предметы были бы слева, да, а ну,
чуть-чуть правее вкладок, а справа у нас было бы окно информации о вещи. Что бы получилось? Мы бы переносили руку в левую часть экрана, выбирая какую-то категорию вещей, потом бы убирали руку, смотрели, что там лежит в рюкзаке, потом бы опять проносили руку налево, тапали бы на конкретную вещь, потом опять бы ее убирали, смотрели на ее информацию справа. Это не круто, и со мной даже периодически спорят, ну как же, вот основные сейчас ключевые кнопки, они же слева, в них же тапать неудобно, но нет, потому что чаще всего в этом окне мы тапаем на перебор предметов, то есть чаще всего действительно мы работаем вот с правой частью экрана, а лево это уже там, если мы приняли какое-то решение, то есть действие слева происходит реже, поэтому вот сделано оно так осознанно. Вот еще один пример попытки впихнуть невпихуемое. Есть совершенно конкретный закон Хика, который говорит о том, что чем больше данных в каком-то массиве, тем сложнее нам выбрать какую-то конкретную информацию из этого массива. Вот в данном случае, говоря там, не знаю, простым языком, чем больше у вас в меню пунктов, тем сложнее вам выбрать один пункт из этого меню. Вот в данном случае мы видим огромное количество действий, которые можно было бы разделить на какие-то более крупные, логические, да, какие-то более крупные закладки, которые можно было бы разделить на подфункции. Но нет, здесь это все сделано какой-то единой такой портянкой, внизу есть еще меню, ну и сверху достаточно сложный для восприятия блок, который тоже отвлекает, он просто мешает. Таким образом, человек, который пытается найти какую-то конкретную иконку, занимается этим очень долго. Справа. Здесь тоже, казалось бы, основные их элементов. Ну, то есть сейчас у нас происходит в этом окне выбор героев. И вроде как героев здесь 9. Есть такое волшебное правило 7 плюс минус 2 по поводу закона Хика, что, ну, то есть это так называемый кошелек Миллера. Он говорит о том, что есть ограниченное число данных, которые человек может комфортно воспринимать и запоминать для дальнейшей работы с этими данными. Так вот, 7 плюс минус 2, 9 оно-то как раз и есть. Но, с другой стороны, у каждого героя есть еще список вещей, который на самом деле в данном окне абсолютно не нужен. И этот список перегружает каждого конкретного героя. И в результате элементов для восприятия здесь получается огромное количество. И главная задача выбора героя, она сводится просто на нет, потому что мы отвлечены сейчас еще какими-то посторонними данными, с которыми мы здесь не работаем. Так делать не нужно. Вообще, чем крупнее элементы, то есть, здесь вы можете прочитать о законе Фитца, он говорит о том, что время, которое требуется для позиционирования на каком-либо объекте, оно зависит от расстояния до этого объекта и от размера этого объекта. То есть в данном случае вот, размер имеет значение. Чем оно крупнее и ближе к нам, тем проще на это нажать, тем проще с этим работать. И тем быстрее у игрока возникает импульс, желание поработать с этим элементом. Ну, то есть вы, как пользователи, наверняка там, многократно встречали на сайтах там, большую кнопку покупки, которая, несмотря на ваш скролл, сопровождала вас, она ездила через все окно, и там она просто всегда была где-то неподалеку. Видели? Наверняка же видели. Все это тоже нужно использовать в играх, потому что периодически пренебрегают. То есть примеров, когда какие-то ключевые кнопки в окне находятся, то есть у нас большое окно с информацией, где-то там внизу маленькая такая кнопка. Примеров вагон вот таких. Лучше этого избегайте. По поводу закона Фитца, здесь, знаете, есть у него достаточно вполне себе такое практичное применение. Это игра «Эволюция», у нее есть режим прицела. И предполагается, что в этом режиме игрок может попасть в голову врага, голова врага меньше, чем весь остальной враг, и она еще и движется. Понятно, что эта задача сложнее, чем просто вот куда-то пытаться там нацелиться, там, попасть в тело. И
поскольку эта задача сложнее, она гораздо лучше игроку, ну, как бы компенсируется, да, то есть он, попадая в голову, вознаграждается тем, что наносит критический урон, пробивает броню, которую в ином случае пробивал бы намного дольше, ну и в результате там фонтан крови и все вот это вот прекрасное. И вот еще немного про игру «Эволюция». Обязательно давайте обратную связь пользователю. Вообще пользователь, когда общается с интерфейсом, он решает какую-то свою задачу, у него есть вопрос, он обращается к нему и обязательно хочет получить ответ. Очень часто разработчики злоупотребляют тем, что не пишут, почему залочена кнопка, например, или же пишут, но там недостаточно. То есть вот кнопка залочена потому и потому, но когда и почему она будет разлочена, неизвестно. Бывает так, что нет ограничения, то есть кнопка просто недоступна для нажатия, не написано почему, но при этом даже нажимая на нее, пользователь не получает ответа на вопрос, что вообще делать, почему здесь ничего не работает. Это чревато всякими там тикетами в суппорт, криками о неудобном юзабилити вашего продукта, ну и просто потерями пользователей. То есть делать так не очень хорошо. Есть еще много примеров отсутствия обратной связи от интерфейса. Например, у вас есть какой-нибудь список, календарь или там список писем или подарки от друзей. И вот в какой-то момент игрок заходит в окно, оно абсолютно пустое. Ну, у вас как бы нет подарков от друзей, поэтому в интерфейсе просто пусто. Написано подарки и вот белое полотно, стена такая. Ну, казалось бы, ну что здесь, баг? У меня просто не прогрузились данные, сломалась верстка, что происходит? Просто напишите в данном случае, что писем сегодня нет. И это будет достаточным ответом для игрока, который выдал запрос в вашу почту. А по поводу данных, которые мы пользователю выдаем для облегчения его задач. Существуют контекстные подсказки. Идея эта стара как мир, то есть еще в старых добрых играх идея сравнивать вещи использовалась там уже, ну правда, давным-давно, повсеместно. Но почему-то в мобилочках это как-то не очень актуально. Ну, в смысле, это актуально, но почему-то не очень модно, не очень используемо разработчиками. Смотрите, что мы сделали в игре Juggernaut Wars. У нас есть, ну, не только у нас, везде есть статы, и у нас тоже есть статы, но часто эти статы непонятно, что означают. То есть их там огромное количество, два десятка, и есть какое-нибудь сопротивление. А что такое сопротивление? Ну, то есть что-то какие-то абстрактные придуманные штуки. Игроку очень сложно запоминать, что это за характеристика, на что она может влиять. Иногда это бывает ключевая информация, она первостепенна при выборе, при решении какой-то конкретной задачи. И еще иногда разработчики сокращают эти названия там, до двух букв, там B.M. И ты должен, по идее, сейчас так раз, и у тебя решена задача. А, ну раз БМ, то все понятно. То есть сокращают, просто экономят расстояние, там, сокращают текст. Делать этого ни в коем случае нельзя. Это как раз тот самый случай, когда текст первичен и нужен, обязательно нужен. Поэтому мы поместили маленькую иконку инфо, которая есть вообще в любых местах в игре, где есть характеристики. То есть в любом случае, какую бы задачу пользователь не решал, он может открыть окошечко, где будет шпаргалка о ключевых статах, о том, там, какими свойствами там, специфическими они могут там, обладать, что это там вот эта вот характеристика для физиков, это для магов, там, это еще что-то там, это какая-то вторичная штука, которая вам не очень нужна для развития героев. Решение-то оно лежит на поверхности, то есть это кажется элементарным, но почему-то вот в играх этого нет, а хотелось бы. Вот еще пример. Смотрите, мы когда получаем в дропе, то есть это окно завершения рейдов справа, где мы видим дроп вещей. Среди этого дропа, а дроп вещей это вообще такая постоянно выполняемая задача на протяжении игры, то есть мы каждую сессию коллекционируем вещи для прокачки героев. Это лежит в основе там кора геймплея. И вещей собираем каждый раз такое количество, что мы, во-первых, не помним,
кому что нужно. Во-вторых, мы не помним, в каком количестве это все нужно. То есть собрали ли мы это все уже, то есть получили мы эту вещь сегодня, не получили. Актуально ли для нас сейчас, актуален ли этот запрос. Мы используем вот такие вот красные индикаторы, которые явным образом показывают, что вот это сейчас вот must have, это тебе надо. И даже если у игрока возникает вопрос, каким героям конкретно нужна эта вещь, она может быть нужна одновременно нескольким, то вот пример слева, что в данный момент нужно, да, героям, то есть мы еще показываем, кому это нужно. Также мы используем виджет. У нас была прикольная история, когда в столовой я заметила, что наши же коллеги-разработчики, играя в нашу игру, прям сидят и что-то губами приговаривают, это просто дом сумасшедших, смотрю, что-то сами с собой беседуют, думаю, что такое происходит, это наша игра так делает, такое делает с людьми. А в общем выяснилось, что у них есть задача собрать, скажем, там 60 фрагментов каких-то предметов. Вот они сюда пришли и совершают, там, завершают вот этот рейд, получают очередное окно и пытаются посчитать, а у них ведь дроп падает не со 100% вероятностью, он там как-то. И вот выпал предмет, потом еще пару боев провел, еще предмет выпал, еще пару боев провел, еще выпал. И вот он считает 1, 2, 3, и вот так вот, пока 60 не соберет. Более того, пока он соберет 60, он забыл вообще, что ему нужно было 60, потому что это могло быть 40 или 120. Ну, то есть это надо тоже помнить. И вот мы изобрели вот такой простейший виджет, ну тоже, казалось бы, решение, ну прям вот оно напрашивается само. Виджет рассказывает нам, во-первых, сколько нам было надо, во-вторых, сколько у нас есть на данный момент. Ну и для того, чтобы игрок в принципе не обращал внимания на этот виджет, то есть виджет, он ведь инструмент вторичный, который нам помогает. Так вот, чтобы игрок не обращал чрезмерного внимания на него непосредственно, мы сделали его минорным, но рамочкой он загорается тогда, когда все собрано. То есть он вот там где-то висит, мы можем обратить на него свое внимание, если нам вдруг стало интересно, какой у нас там прогресс по сбору этой вещи. Но мы, в принципе, можем туда не смотреть, если единственная наша задача — собрать, если прогресс нам не интересен. И только когда там где-то сбоку что-то загорелось, мы так раз обращаем внимание, все, игра говорит, ты завершил свою задачу, mission complete, иди отсюда, откуда ты пришел, и там завершай свои там другие задачи. Просто и понятно. На этом у меня все. Хочу вам напоследок дать еще ряд советов. Обязательно играйте в продукты, которые вы разрабатываете. UX-проектирование, в общем-то, ну, UX сокращение от User Experience, то есть в основе работы проектировщика, человека, который разрабатывает интерфейсы, лежит игровой опыт пользователя. Обязательно нужно быть пользователем, обязательно нужно прислушиваться к проблемам игроков, обязательно нужно наблюдать за тем, как люди в вашу игру играют. Методов тестирования на сегодняшний день огромное множество, в том числе бесплатных, не требующих никаких там ресурсов вообще. То есть вам не обязательно с утра до вечера сидеть там в UX-лаборатории и бесконечно изучать ваш продукт. Вы можете сформировать какие-то конкретные гипотезы, просто поймать людей у кофе-поинта, задать им несколько вопросов, и вы будете однозначно знать, что вот большая часть людей здесь понимает, а вот здесь нет. Вы можете там собрать десяток людей, провести там опросы, какое-то там анкетирование, и это также решит ваши задачи. Разумеется, на каждую задачу есть свой способ анализа, есть свой способ там проверить эти гипотезы. И это бесплатно, это просто требует какое-то количество вашего времени и ваших усилий. Но без этих усилий качество вашего продукта высоким быть не может, потому что без юзабилити вы не удержите пользователя. Вот сегодня на макроуровне он там потратил полсекунды лишних в одном окне, в другом окне, в третьем окне, вам кажется это незначительным, но по факту ваш пользователь уже ушел к конкуренту. Поэтому обязательно обращайте внимание на эти вещи. За ними, мне кажется, стоит будущее. Спасибо. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Так. А скажите, пожалуйста,
Такой вопрос. Как вы относитесь к контекстным подсказкам? Ну, мы сейчас вот там, ну, тоже думали. В общем, есть два варианта. Первый – это, ну, какой-то вот, ну, предмет, надо о нем узнать побольше информацию, тапать и держать палец, и вылезает какая-то там, ну, маленькая штучка, да, там, ну, что-то написано. И второй вариант – это, ну, тапнуть и, ну, отпускаешь палец, и, ну, вылезает уже, ну, какое-то окно. То есть вот, понимаете, да? Вы спрашиваете, что лучше или Да, вообще? вот как лично вы вот считаете, вообще это удобно вот, ну, тапнуть, нажать, посмотреть, отпустить? Я могу сразу привести пример, где это делается. Это Epic Angry Birds, где это первое, по-моему, где я увидела такое решение. Это действительно используется, это есть, и даже пользователя, там, если у вас есть в игре хороший тутор, можно к этому приучить. И в некоторых случаях это удобнее, то есть если вам, понимаете, подсказку, на которую вы там тапнули и открылось дополнительное окно, либо она сама должна уезжать, а это грозит тем, что пользователь не будет успевать ознакомиться с этой информацией, ее же там разное количество может быть, либо ее нужно дополнительным тапом закрывать. То есть это лишний клик на каждую подсказку. А существуют ситуации, когда подсказки нужны вот прям повсеместно. У вас там локально какая-то ситуация в бою, где вам нужно быстро посмотреть информацию того, того, того. И в этом случае каждый раз открывать и закрывать окна просто некомфортно. То есть все очень сильно зависит от контекста. И то применимо, но обязательно нужно протестировать на юзерах, что им удобно. Вот и все. Спасибо. Здравствуйте. А как вы можете оценить такую мысль? Я просто чисто писюшник и на мобильные пока еще не влезал. И у меня сложилось такое ощущение, что можно представить левый щелчок мыши как одиночный тап, а правый щелчок, соответственно, это зажатие вот клавиш, ну, зажатие тапа, удержание. Можно ли применять такое упрощение для новых людей, которые только-только приходят в мобильную разработку, для описания дизайна, и почему размещение мелких иконок, на которые надо, по идее, навести мышку, почитать не спадающий список, это не работает? Ну, смотрите, по идее, с этим решением в конечном итоге будут работать ваши пользователи, я правильно понимаю? Да. У пользователей есть какие-то сложившиеся там поведенческие паттерны, то есть люди, которые взаимодействовали с другими мобильными продуктами, они уже привыкли, что там система работает вот так, так и так, как правило. И если вы вносите туда какие-то новшества, которые больше никто не делал, то это очень рисково. То есть, с одной стороны, если бы никто никогда ничего нового не производил, то так бы мы еще и делали игры десятилетней давности. То есть, в любом случае, мир меняется, разработка меняется, и продукты тоже меняются. Но здесь очень нужно аккуратно себя вести. То есть, можно сделать какое-то суперкрутое там артовое решение и понять, что оно выстрелило, потому что оказалось, ну, интуитивно, понятным просто. Ну, это тоже надо тестировать, обязательно надо. А можно там сделать какую-то штуку, которая разработчику кажется элементарной. То есть я вот со студентами часто работаю, студенты гораздо на смелые идеи, они все время говорят, да ладно, разработчики просто дураки, они этого всего не догадались. А я вот сейчас раз так сделал, и клево. И мы вот идем с этим человеком, берем его устройство, еще нескольким студентам даем потыкать, и никто не понимает, что делать. То есть тут очень тонкая грань. То есть ходите вы откровенно по лезвию ножа, нужно проверять, насколько ваши решения релевантны, насколько интуитивно понятно, как работать вообще с этим. То есть, знаете, я периодически вижу приложение, где там вот вертикальный экран, там какая-то информация. А вот если его в горизонталь повернуть, там совсем другая информация, вообще другая, которая оказывается, что она не нам нужна, то есть в рамках этого приложения она супер полезна, но пока ты не повернешь экран горизонтально, ты не догадаешься. Вроде, ну, повернуть экран просто, и вроде это элементарно, и очень удобно, что так такая информация, так сякая, и все как бы на поверхности лежит. Но ведь пока не повернешь экран, ты не догадаешься. То есть все вещи, которые вы там не видели в топовых продуктах, но у вас есть идея, обязательно надо затестить. То есть это не говорит о том, что этого делать не нужно, но затестить. У меня на все ответ затестить. Это правильно. Да, у кого еще вопросы? У меня маленький риторический вопрос, он, скорее всего, без ответа останется, но тем не менее.
А вот вы сейчас используете, по сути, модель пользователя с одним пальцем на правой руке. Как бы, ну, возможно, это правильно. Но есть всякие байки на тему того же World of Tanks, которые говорят, что типа вот был сложный интерфейс, и он привлек взрослую аудиторию, которым было это, ну, как бы в челлендж разбираться, в том числе с интерфейсом. А можно ли как-то так вот разградуировать пользователей, что вот как бы казуалочка, мы берем пользователя с одним пальцем, там как бы там какой-нибудь Game of War, я не могу в него играть, у меня эпилепсия начинается, но тем не менее как бы лидер топов. Вот, что, может быть, это каким-то отсевом будет. Вот как-то вот, вот по сложности интерфейса можно разградуировать, каким типом играм это все подходит? Обязательно можно и нужно. Единых универсальных решений нет, поэтому очень важно ориентироваться на вашу целевую аудиторию и на контекст, в котором она использует ваш продукт. То есть если вы понимаете, что там, в вашу игру играет ребенок дома на диване, это один вопрос. Или, например, там кто-то едет в электричке, стоя на одной ноге, его там бабули с сумочками подпирают, и он там еле стоит и одной рукой играет в телефоне там во что-то. Это другой вопрос. Там, вплоть до того, что мы проводили исследования, и там в рамках одной игры даже одни и те же пользователи там по-разному использовали мобильную нашу почту, они там, ну, то есть кто-то лежит на диване на спине, кто-то лежит на животе, кто-то держит телефон одной рукой, кто-то держит планшет горизонтально двумя, во всех этих случаях абсолютно по-разному, то есть по-разному себя ведет продукт по отношению к пользователю, где-то он удобен, а где-то категорически нет. И даже эти моменты надо учитывать, но, безусловно, в голове всего просто лежит суть, что разные продукты должны быть разной сложности. Даже в рамках продукта вот пользователи на младших уровнях, они, ну, считаются более казуальными, чем потом, там, где-нибудь в конце. То есть у нас подается, например, там Juggernaut Wars, подается минимальная информация на старте, где мы убираем вообще главное меню, мы убираем вообще все кнопки, там, какие, это все ему не нужно. Ему сейчас нужно просто получить первое впечатление об игре. Но в конце, если вы откроете нашу игру, там, которая вот прям для старших уровней, для хаев, там нашпиговано все кнопками, иконками, какими-то дополнительными индикаторами. И мы понимаем, что если бы мы это дали на старте, то казуальный пользователь, который пришел к нам, уже бы просто убежал скорее. А вот тот, который поиграл, он без этой информации уже существовать не может. Это влияет на исход его сражений, это влияет на его решение в процессе там, стратегического роста игрового. Поэтому, разумеется, действовать нужно очень сильно адаптивно. Про то, что все люди с одним пальцем, нет, это не так. Можно добавить? Да. Мне кажется, здесь миллеровский кошелек как раз очень хорошо подходит. Вот эти 7 плюс-минус 2 элементов, mm-hmm. они как раз, ну, мы имеем три цифры в итоге. 5, 7, 9. То есть, ну, грубо говоря, количество элементов, с которыми пользователь нас взаимодействовать и оперировать в голове, оно как раз и определяет казуальность, неказуальность интерфейса. И как бы здесь очень хорошо, ну, сама концепция миллеровского кошелька ложится. И в принципе, да, как бы это не на всю жизнь сам кошелек. То есть родился, и у тебя 7 плюс-минус 2, не больше, не меньше. И, как бы, есть примеры работы операторов с гораздо большим количеством элементов там. И надо понимать, что по мере развития интеллекта, мозга, ну, совершенствование, увеличивается, в принципе, и размер этого самого кошелька. Увеличивается. Более того, это зависит еще от типов данных. То есть есть диаграмма с графиком. В общем, там показано, что от типов информации, то есть там цифры человек запоминает наиболее хорошо, там он может их запомнить больше. Дальше какие-то там простые формы, там чуть-чуть поменьше, цвета там еще чуть поменьше. Хуже всего человек запоминает какие-то абстрактные объекты или какие-то абстрактные величины, или просто на, там, слово из набора букв, да, то есть вот такие вещи он запоминает хуже. То есть все зависит, да, от типов данных и от типов людей, потому что доказано, что от уровня IQ зависит вот эта вот величина, в основу, то есть которая лежит в основе вот этого правила кошелька Миллера. Она может меняться, да.
Ну, то есть есть люди, которые отлично запоминают 10 цифр, а есть которые 20. Ну, понятно. Есть люди, которые взяли, там, дети взяли мобильный телефон, и им хорошо, а есть взрослые, там, дяди, которым покажи устройство, и они не знают, что с ним делать. У каждого по-разному. Это так. А вот там еще. Короткий вопрос. Продолжая тему пальцев, на Хабре даже была картинка красивая с хитмэпом традиционного юзера с одним пальцем, в каких областях он может нажимать. Но вот если исключить какие-нибудь игры, требующие действительно панорамной развертки, там слэшеры, гонки и так далее, то вот возьмем нейтральную игру а-ля стратегию. И в каком случае имеет смысл принимать решение делать игру панорамной с поддержкой мультитача, с... наличием элементов интерфейса, кнопок в левой части, так как держится телефон двумя руками и так далее. Все, ну, здесь очень важен ресерч. На самом деле, если вы делаете продукт, у которого есть какие-то аналоги, на них имеет смысл обратить внимание. И в том плане, что вы самостоятельно поиграете и поймете, чего вам здесь не хватает, и в том плане, что те разработчики уже проделали какой-то путь, они уже произвели какой-то анализ, и вы можете на этот анализ как-то опираться. Ну и тут надо сказать, что вот про рисунок вот этот вот, куда там игрок одним большим пальцем дотягивается, инфа-то уже как бы не актуальна, потому что... Вот тот рисунок был ориентирован на одно конкретное устройство, а сейчас такое огромное множество экранов, да, с разным соотношением сторон у Android, да и iOS, в общем, они же все увеличивают устройство, и вот эта вот зона большого пальца, она все уменьшается. Это значит, что то, что там пользователь одной рукой держит телефон и ей уже пытается тапать в контролы, это уже давным-давно не так. Человек либо держит телефон одной рукой, а другой играет в него, либо он, там, если это горизонтальная, да, там, раскладка, то он играет там, двумя руками по мере возможности. Это совершенно так. Пожалуй, тоже нет универсального правила, которое вам скажет, что вот такую стратегию надо делать горизонтально. Тут все очень сильно зависит от ваших сценариев, от того, как у вас какие-то ключевые процессы в игре будут происходить. Если вы будете понимать, что одной рукой с этими процессами справиться нельзя, ну, наверное, это знак, что надо делать игру для двух рук. Или вот сейчас мы там сделаем шут-эм-ап, где совершенно точно две руки однозначно не нужны, да и в принципе там в основу ключевого геймплея лежит полет самолета, то есть нам нужно лететь на там, в каком-то пространстве, мы видим дальше там врагов, которые летят в нас, там видим какие-то награды, которые надо собирать, то есть вот мы преодолеваем какой-то путь и понимаем, что комфортнее всего это делать ну вот так, да, потому что так человек устроен, потому что лететь вперед на самолете ему удобнее, чем лететь там, слева направо и оценивать информацию там, снизу вверх, ему в данном случае будет комфортнее, чем оценивать ее слева направо, просто потому что у него периферийное зрение хуже, чем вот прямое, как оно есть. У кого еще вопрос? Я ответила на ваш вопрос? Спасибо. Да, у меня последний вопрос, видимо. Спасибо большое за доклад, за интересную подборку скриншотов. Вопрос такой, по вашему опыту, вот в вашей UX-лаборатории, какие методы тестирования давали прям самые интересные результаты, назовем это так? То есть нужен ли обязательно айтрекинг, и без него там не обойтись, или еще, может быть, что-то вы применяли? Все очень индивидуально. Нет никакого, вот прям сказать, что вот это мой любимый метод тестирования. Ну, конечно, айтрекинг — это прикольно, просто потому что сам процесс завораживает, технологии — это очень круто. Но есть задачи, которые там айтрекинг решить не может. Например, вам ну, просто нужно понять, понятна ли там задача в этом окне, или там заметен ли квест, или там, какие впечатления, там, какие эмоции у вас вызывает какая-то конкретная картинка, или там обращаете ли вы внимание на то-то и то-то. То есть задачи настолько могут быть разнополярными, что там, решать их одним определенным набором методов совершенно точно нельзя. Как правило, такие исследования происходят комплексно. То есть мы делаем и то, и то, и то, и то, когда мы это делаем в лаборатории. А вот если нам нужно быстро решить, я вот там, у нас периодически какие-нибудь холивары с командой случаются, когда там мы сделаем там несколько там видов кнопок там, или каких-то там
элементов для взаимодействия. Я-то как разработчик считаю, что оно правильно, оно же мое детище, я придумала это все, нарисовала, и вот. А команда мне говорит, да нет, неудобно. Я не понимаю, здесь кнопка включена или нет. Я в полной уверенности, да все же понимают. Ну и вот для понимания, горит ли кнопка, достаточно просто действительно выловить десяток людей у кофе-поинта, вот так вот им под нос. Это называется коридорное исследование, это которое в коридоре. Так вот, вы их ловите и просто показываете им экран. Кнопка горит? Да, горит. А она нет. И вы понимаете, что сделали-то вы что-то не то. Для этого лаборатория не нужна вовсе. А для каких-то ключевых задач, когда вам нужно понять, что там, в процессе тутора пользователь тапает не туда, или в процессе боя он не понимает, что ему вообще нужно делать. Вот он пришел в первый бой, у него горят иконки, говорят, используй ману, а он не понимает. Или ему говорят, включи автобой, а он не видит. То есть вот для этих вещей, да, хороший трекинг и ну, просто наблюдение за поведением пользователя, да, там с какой попытки он догадался, что там надо туда и туда тапнуть. Все методы хороши. У нас есть еще вопрос. Да. Да, обязательно. Ну и, в общем, еще я скину вам свою почту, и вы можете со мной связываться, писать. Я очень старательно создаю такое UX-сообщество, где мы с коллегами делимся опытом, как с молодыми, такие там зрелыми проектировщиками, так что вы можете все туда добавляться смело. Мы будем с вами общаться, делиться технологиями, впечатлениями и так далее. Спасибо вам.